Три игровых дня турнира позади. Давайте поговорим о том, что получилось на этом турнире, все ли задуманное исполнилось. Да, все, что мы хотели, у нас получилось. Единственное, что, наверное, выход с замен не очень получился, да, он не всегда получался качественным, как мне, как тренеру бы хотелось, но есть над чем работать дальше. Съездили на экскурсию, что увидели нового для себя и удивительного, может, что-то почерпнули? Давайте чуть-чуть об этом. Экскурсию увидели, подчеркнули, что раньше, когда обучались дети, их учителя могли бить, наказывать, и даже родители, если его, ну, учитель, например, там ухо завернул, а дома родитель мог второе ухо завернуть, чтобы учились хорошо. Подчерпнула. Не знаю, буду ли я это применять у себя в команде, но раньше были, конечно, условия жестче, чем сейчас. Вот как раз хотел сказать, если будут не удаваться выходы из замен, уши не крутите. Давайте подведем итоги турнира по организации. Как вам вообще у нас в Беларуси, как команда себя чувствует после уверенного турнира? Команда чувствует себя прекрасно. Это первый их турнир международный. Вот, наверное, они еще пока не понимают, да, что они стали здесь первыми. Вот, выиграли этот турнир. Здорово, что мы обыграли всех. Но это приятно, да. В любом случае, любому тренеру, любому игроку это приятно. Вот, у вас, в принципе, в Минске очень здорово. Мы сюда приезжаем не первый раз. Мне очень у вас здесь нравится. И как вы принимаете, и поля у вас база просто замечательная.